И вот что в Воронеже проблема с очистными, что у нас. И вот я думаю, почему нельзя вот эти вот объекты приравнять к особо важным, так как они могут являться источником опасности для природы. Хорошо, что у нас внесена поправка об экологии. Я думаю, в скором времени все-таки руководство нашей страны решит эту проблему. Конечно, уже ущерб экологии нанесен. Вот. Не знаю, ответит ли кто это или нет. Это разберется прокуратура, следственные органы. Если, конечно, разберутся, зная, что у нас коррупция развита. Ладно.